Всем привет! Сегодняшним видеороликом я продолжаю серию видеообзоров на костюмы от нашей томской швейной фабрики «Тайга». Без ложной скромности скажу, что в данных костюмах ходит половина охотников и рыбаков Томской области. Также данные костюмы представлены практически во всех областях нашей страны. И на сегодняшний день появился полноценный интернет-магазин, в котором вы сможете заказать одежду от данного производителя. Сегодняшний видеоролик начну с новинки. Это костюм «Рубеж». Костюм предназначен для охотников и рыбаков. Температурный режим его эксплуатации от 0 до минус 15 градусов. В целом вам скажу так, что подобрать одежду для охоты, именно для ходовой охоты, особенно вот как мы охотимся для охоты с гончими на зайца, это что такое? Это сначала беготня, где ты потеешь, а потом где-то очень долго стоишь и ждешь, пока зверь на тебя выйдет, пока гончий его выгонит. В это время, как правило, простужения всякие различные, то у тебя вся спина мокрая, потом ты резко остываешь, холодно, болезни. Ну, в общем, найти одежду достаточно комфортную — проблема. И много вариантов было перепробовано, и термобелье, и сверху легкие костюмы, и наоборот, хлопчатобумажные нательное белье, костюмы там различные, теплые. Все это как бы одно с другим не сочетается, особенно в ту погоду, когда с утра очень холодно, а к обеду, например, около 0. Так вот, как сегодня, например, утром минус 13, к обеду будет плюс 1, там обещают. Вот данный костюм на мне, я его сегодня целый день ношу, прежде чем вам рассказать и показать о нем. Вот, на мой взгляд, подходящая вещь именно для таких целей. В чем особенности данного костюма? Снаружи он выполнен из ткани Исландия и алова. Не шуршащий, на охоте ружье вскидываешь, практически не слышно должно быть. И также это мембранная ткань, которая не намокает и, с другой стороны, пропускает воздух испарения от человека. То есть, как бы, должно, по идее, быть в нем постоянно комфортно при любых условиях. Утеплитель в куртке используется Slytex 150 грамм на квадратный метр. В штанах Slytex 70 грамм на квадратный метр. Куртка имеет манжеты. На липучках застегивается верхний слой, можно туже сделать, мягче. Имеется капюшон глубокий, хороший. Капюшон на флисе, воротничок на флисе. Имеется два кармана нагрудных, два боковых на замках. Один внутренний карман на замке. Для гаджетов, например, можно. Или документов использовать. Куртка снизу регулируется на резинке с утяжками. То есть можно сделать ее плотнее, свободнее. Капюшон также регулируется с утяжками. Что мне понравилось, что он глубокий. То есть вполне комфортно на ветру будет от солнца где-то спрятаться, от дождя. На штанах также имеется два боковых кармана на замках. Ну, молния и пуговицы, плюс ремень, плюс подтяжки регулируемые, и прикрыта спина. Подтяжки можно снять. Снизу костюм выполнен просто вот широкая штанина. Никаких нет дополнительных ни молний, ни вставок. То есть вот обычная штанина. Ну, как бы, не зимний рыболовный костюм, сверху на сапоги натягивать его не надо, поэтому вполне себе нормальное решение. На мой взгляд, для своих температурных режимов и условий, о которых я рассказал, вещь достойная, сделана все очень качественно. Мы в одежде от компании «Тайга» с отцом охотимся, ну, примерно с 90, наверное, какого-нибудь 5-го года.
еще в те времена пошло это производство, и до сих пор оно существует, развивается, улучшается качество, внедряются новые модели, отличная одежда. У меня еще спальный мешок из моего детства, он тоже с этой фабрики сделан. Вот такой вот отличный костюмчик. У меня на канале будет обзор практически на все костюмы от компании. Плюс будет еще на гражданскую одежду обзоры, тоже шьют. Все ссылки полезные и ссылка на интернет-магазин будет в описании к видеоролику. До новых встреч на нашем канале.